Наш мир определенно прошел долгий путь с момента космической гонки в середине 50-х до сегодняшнего дня. Хотя она, безусловно, переросла из соревнований между странами к совместному освоению космоса до определенного момента. Жажда новых открытий, сделавшая космофантастику столь популярной, все еще жива в сердцах фанатов. Привет, мой дорогой киноман, ты на канале Shadow Tavern, и сегодня у меня для тебя 9 потрясающих фантастических сериалов про космос, которые непременно стоит посмотреть. Думаю, каждый пункт выпуска хорошо знаком зрителям, но про них стоит помнить, говорить. Говорите знать. Не стесняйтесь дополнять список своими комментариями и, конечно же, рекомендовать его своим друзьям. Располагайтесь поудобнее и приятного просмотра. «Пространство» — американский научно-фантастический сериал, основанный на одноименной серии книг Джеймса Кори. Сериал рассказывает о будущем, в котором человечество колонизировало Солнечную систему и разделилось на три враждующие фракции — Землю, Марс и пояс астероидов. В центре сюжета — загадочный инопланетный артефакт, который может изменить судьбу всего человечества. Сериал выделяется своей реалистичностью, детальностью и сложностью. Он не только увлекательно показывает космические приключения и политические интриги, но и затрагивает актуальные темы экологии, социальной несправедливости, расизма и терроризма. Шоу поражает своей визуальной составляющей, которая создает ощущение присутствия в космосе. Сериал имеет несколько параллельных сюжетных линий, которые переплетаются между собой. Одна из них следует за детективом Миллером, который ищет пропавшую дочь богатого землянина на астероиде Церера. Другая — за командой космического корабля, который становится свидетелем нападения на гражданский корабль и попадает в эпицентр конфликта между фракциями. Третья — за высокопоставленным дипломатом ООН, который пытается предотвратить войну и разобраться в происхождении инопланетного артефакта. Сериал получил высокую оценку критиков и зрителей, а также несколько наград и номинаций. Был отменен после 3 сезонов на канале Sci-Fi, у них, видимо, традиция такая, но был возрожден на платформе Amazon Prime, где вышли еще 3 сезона. 6-й стал финальным для сериала, хотя книжная серия еще продолжается. «Звездный крейсер «Галактика» — американский научно-фантастический сериал, являющийся ремейком одноименного сериала 78 года. Сериал повествует о выживании последних людей после атаки сайлонов — роботов, которые восстали против своих создателей. Люди пытаются найти легендарную планету Землю, которая может быть их последней надеждой. Шоу отличается своей драматичностью, философским подтекстом и актуальностью. Сериал не только демонстрирует захватывающие космические баталии и технологические чудеса, но и затрагивает вопросы религии, политики, морали, идентичности и человечности. У него довольно сложная и нелинейная структура, которая состоит из мини-сериала, 4 сезонов, нескольких телевизионных фильмов и веб-эпизодов. Франшиза также имеет несколько приквелов и спин-оффов, таких как «Каприка» и «Кровь и Хром». «Звездный крейсер «Галактика» — это сериал для тех, кто любит научную фантастику с глубиной и смыслом, и сам не прочь занырнуть в нее на десятки часов. Звездный путь Discovery. Star Trek — одна из самых известных и долгоживущих франшиз в жанре космофантастики. С момента своего появления в 60-х она породила 9 сериалов, 13 фильмов и множество других произведений поп-культуры. Star Trek Discovery является приквелом к оригинальному сериалу. Он повествует о приключениях экипажа космического корабля USS Discovery, который оказывается втянут в войну между Объединенной Федерацией планеты и Клингонскими домами. В центре сюжета Майкл Бёрнам, бывшая первая офицер USS Шэньчжоу, которая была осуждена за мятеж и лишена звания. Однако, ей предоставляется шанс искупить свою вину, когда ее берет под крыло капитан Гэбриэл, командующий Discovery. В отличие от оригинального Star Trek, который был светлым и оптимистичным, этот сериал представляет собой более темный и реалистичный взгляд на космические приключения. Телешоу не стесняется показывать жестокость войны, сложность моральных дилемм и даже интимные отношения персонажей. Некоторые фанаты старого Star Trek могут считать, что сериал потерял свой дух исследования и идеализма, но другие могут оценить его за соответствие современным стандартам качества сценария, актерской игры и спецэффектов. «Звездные врата ЗВ-1». Сериал, основанный на оригинальном фильме «Звездные врата», рассказывает о приключениях отряда ЗВ-1, который с помощью древнего артефакта перемещается по разным планетам галактики и защищает Землю от инопланетных угроз. Шоу является одним из самых продолжительных и популярных в жанре фантастики, отличаясь харизматичными героями, разнообразными сюжетами и интересными отсылками к мифологии и истории человечества. События начинаются через год после событий фильма, когда «Звездные врата» на Земле неожиданно активируются и враждебная инопланетная сила атакует базу, захватив залог. В ответ на это генерал Джордж Хаммонд обращается к уже вышедшему на пенсию Джеку О'Нилу, чтобы вновь собрать команду, вернуться на чужую планету и разобраться с угрозой. Однако там они узнают, что Звездные врата могут открыть двери к большему количеству планет, чем предполагалось, и те, кто напал на Землю, совершенно новый враг. ЗВ-1 во многих отношениях гениален. Есть как минимум две вещи, за которые его можно бесконечно обожать. Во-первых, превосходный каст без лишних актеров или ненужных ролей. Во-вторых, умелое развитие сериала на протяжении десятка сезонов, стартуя с исследований древнего артефакта и завершая созданием галактической державы. В этом сериале очень много всего, и рассказать о нем в формате пункта подборки почти невозможно. А про свою любимую часть франшизы пишите в комментарии.
«Мандалорец» — первый сериал с живыми актерами по франшизе «Звездные войны», который повествует о приключениях одинокого охотника за головами в далеких уголках галактики, далеко от власти Новой Республики. Сериал начинается через 5 лет после возвращения джедая и за 25 лет до трилогии сиквелов. Сериал крайне быстро завоевал популярность и получил множество положительных отзывов. Кроме того, «Мандалорец» породил целую волну спин-оффов и без преувеличения открыл дверь для ТВ-проектов по «Звездным войнам», которые в последние годы стали намного интереснее и качественнее полнометражных картин по вселенной. «Мандалорец» удивительно хорошо сочетает в себе ощущение принадлежности к классической трилогии и нечто новое, уникальное. Это прекрасный баланс между вестерном, научной фантастикой, боевиком и комедией. Сериал поражает своей визуальной эстетикой, музыкальным сопровождением, динамичным сюжетом и харизматичными героями, а также раскрывает новые грани вселенной «Звездных войн», затрагивая различные культуры, планеты и фракции. Подобные этой истории действительно цепляют фанатов, заставляют хотеть большего, привязываться к персонажам на экране, показывая их слабые стороны вместе с сильными, что делает их более реалистичными. «Темная материя» — сериал, который вышел в результате сотрудничества канадского канала Space и американского Sci-Fi. Он основан на одноименной серии комиксов, созданной Джозефом Малоци и Полом Малли и изданной компанией Dark Horse Comics. Был отменен Sci-Fi в 2017 году. По словам одного из создателей шоураннеров сериала Джозефа Малоци, причиной закрытия стал конфликт между дистрибьюторами по поводу прав и доходов за международное вещание. Несмотря на это, «Темная материя» остается одним из лучших примеров научной фантастики в ТВ-формате с отлично проработанными персонажами и захватывающим сюжетом. Сериал переносит нас в 27 век, когда человечество освоило космос и создало искусственный интеллект. 6 членов экипажа космического корабля просыпаются из стазиса, не помня ничего о своем прошлом или о своей миссии. Они называют себя по номерам в зависимости от порядка пробуждения — первый, вторая, третий и так далее. И им приходится объединиться, чтобы выжить в опасном мире, найдя ответы на свои вопросы. На этом пути они сталкиваются с местью, предательством и скрытыми тайнами. Сериал можно рекомендовать всем любителям космической оперы и динамичных приключений. Он создан с большим вниманием к деталям, спецэффектам и атмосфере. Кроме того, затрагивает интересные темы вроде этики, идентичности, свободы выбора и человеческой природы. «Светлячок» — научно-фантастический телесериал в жанре космического вестерна, созданный Джоссом Уидоном, известным по таким проектам, как «Баффи, истребительница вампиров» и «Ангел». Сериал вышел на телеканале Fox в 2002 году, но был отменен после показа только 11 из 14 снятых эпизодов. Однако завоевал большую популярность среди фанатов жанра и получил награду Эмми за лучшие спецэффекты. В 2005 Уидон снял полнометражный фильм «Миссия Сиренити», который продолжил историю телешоу. Также были выпущены комиксы и ролевая игра, основанные на вселенной «Светлячка». Сериал рассказывает о далеком будущем, в котором две сверхдержавы объединились в единое федеральное правительство под названием Альянс. В результате этого симбиоза произошло слияние западной и дальневосточных культур, что отражается в языке и обычаях персонажей. Альянс контролирует большую часть звездных систем, но на окраинах галактики живут люди, которые не признают его власть и страдают от недостатка ресурсов. Капитан Малькольм Рейнольдс, бывший солдат, который воевал против Альянса в гражданской войне и потерпел поражение. Теперь он командует кораблем Сиренити класса Светлячок, на котором вместе со своей командой занимается перевозками грузов и контрабандой. Они путешествуют по космосу, сталкиваясь с разными опасностями и приключениями. «Светлячок» — это не просто сериал о космосе и науке. Это сериал о людях, которые пытаются выжить в жестоком мире, сохраняя свою человечность и свободу. Сериал о том, как разные характеры и судьбы могут объединиться в одну семью. «Затерянные в космосе» является ремейком одноименного сериала 65 года, который, в свою очередь, был научно-фантастическим переосмыслением романа «Швейцарская семья Робинзонов». Сериал рассказывает о семье Робинсонов, которая отправляется в космическое путешествие, чтобы колонизировать новую звездную систему и спасти человечество от гибели. Однако их корабль подвергается нападению и терпит крушение на неизвестной планете. Теперь им приходится выживать в неприветливой среде и искать способ вернуться к другим поселенцам. Сериал поражает своим техническим исполнением, визуальные эффекты на высоком уровне, а звуковое оформление создает атмосферу напряжения и захватывающего приключения. Главные герои харизматичны и интересны, а их взаимоотношения показаны достоверно и эмоционально. Иногда сюжет страдает от неуместных поворотов и нелогичных поступков персонажей. Кроме того, некоторые злодеи выглядят слишком одномерно и карикатурно, что снижает уровень угрозы и серьезности. Впрочем, все это обусловлено его форматом. «Затерянный в космосе» — это сериал для всей семьи, который может порадовать любителей космических приключений и научной фантастики.
«Летящие сквозь ночь» — блестящий ум Джорджа Мартина создал серию научно-фантастических хорроров и психологических триллеров. Увы, экранизацию сеть Sci-Fi отменила всего через один сезон, не получив достаточного интереса и высоких оценок. Сериал представляет собой смесь научной фантастики, хоррора и психологического триллера. Сюжет разворачивается в 2093 году, когда группа ученых отправляется на космическом корабле Night Flyer в поисках инопланетной жизни, которая может спасти Землю от катастрофы. Однако, по мере того, как они удаляются от Солнечной системы, на борту начинают происходить жуткие и непонятные события, которые заставляют команду подозревать друг друга и бояться неизвестного. Оказывается, что на корабле есть еще нечто, что не желает им добра. Сериал не претендует на оригинальность и заимствует многие элементы из других известных фантастических произведений, таких как «Солярис», «2001», «Звездный путь», «Пекло сквозь горизонт» и так далее. Однако он компенсирует это своим хорошим визуальным исполнением, интересными персонажами и захватывающими загадками. Впрочем, критики указывали на слабости сценария, неуместность хоррор-элементов и недостаточную проработку мира и персонажей, а некоторые фанаты Мартина были разочарованы тем, что сериал очень сильно отличается от оригинальной повести. В целом, «Летящий сквозь ночь» — это неплохой сериал для любителей космофантастики и хоррора, который может удивить и увлечь зрителя. К тому же, состоит всего из одного сезона на 10 эпизодов. На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если выпуск вам понравился, поддержите канал. Понажимайте кнопки под плеером, поделитесь ссылкой с друзьями и ставьте комментарий. Вам не сложно, мне приятно, каналу полезно. И до встречи в новом видео.